як голова фракції «Самопоміч». Дуже прошу всіх депутатів підтримати позитивне вирішення цього питання. І дуже дякую Світличній. Цей заклад входить в перелік моєї волонтерської діяльності. Я дуже добре знаю і колектив педагогічний. Я дуже дякую вам за дуже професійну роботу і вас, і керівників, і відповідних департаментів. За 107. Решение принято. Сохранение реабилитационного центра в Бурлуке. Есть такая необходимость. На сегодня функционирует центр, который может обеспечить пребывание 20 деток в этом реабилитационном центре. Находится там контингент детей, которые 9 месяцев непосредственно проходит реабилитацию в этом центре до того, как будут оформлены документы на усыновление, либо передачу, либо нахождение, скажем так, приемной семьи. Центр уникальный тем, что нянечки относятся к детям как к своим. Иногда детей учат зубы чистить, расчесываться, и эти дети называют воспитателей мамами. И стоял вопрос, то ли полностью ликвидировать это учреждение и разбросать, извините за лексику, детей по тем смежным учреждениям, где есть места, либо проявить человечность депутатскому корпусу, изыскать средства из областного бюджета и принять его на баланс областного совета. В связи с чем возникла необходимость передачи на баланс в областной совет? Дело в том, что были внесены изменения в бюджетный кодекс, и согласно которому на сегодняшний день район не имеет права финансировать это учреждение, а финансы должны проводиться исключительно за счет областного совета. Поэтому было мной инициирован этот вопрос, на меня обратились сотрудники этого центра, и мы изыскали возможность, разработали механизмы. На сегодняшней сессии депутаты приняли это обращение о попередней згоді щодо прийняття цього центру на комунальну власність.